Всем привет! Сегодня у нас пятница, конец этого марта, 20 какое-то число, только что смотрел, уже забыл. Вот. Ну, в принципе, я даже не знаю, о чем сегодня говорить. Тем как бы особо нет. Единственное, что вы сейчас, если вы тут видите, на заднем фоне идет эта самая картинка, да, эту картинку я снимал позавчера, что ли? Нет, вчера. Да, вчера я снимал эту картинку. Ну, специально поехал в город. Народ меня просил, как бы, это сам, побольше снимать, значит, окружающую обстановку на улице, то да сё. Вот, и я съездил специально для этого дела. Причем в этот раз, вот то, что вы сейчас вот тут видите, да, это снято на фотоаппарат, на зеркалку Nikon D5100. Вот, это у меня старый аппарат, я его покупал еще в 2013 году. Вот, я им фотографировал раньше, у меня хорошие фотографии были, выставлялся на сайтах разных, на самарском сайте в частности. Вот, я был известным человеком, пока его этот сайт не закрыли, потому что я там пропагандистские, антипутинские фото выставлял, ну и сайт прикрыли. Вот. И потом я забросил это дело, и последние ролики, вот, которые вы видели, все эти ролики были сняты или на камкодер Sony, видеокамеру, да, или на экшн-камеру Sony, вот, и, ну, иногда, редко-редко на телефон, тоже Sony, да, у меня все Sony, как бы, вот, ну, а потом я, как бы, начал расти умственно, да, посмотрел, что умные люди-то уже давно снимают на зеркалке, да, хотя зеркалки, в принципе, не предназначены для видеосъемок, но у них, как бы, вот, киношный эффект какой-то получается, там, глубина пространства, там, размытие заднего плана, там, то да сё. Вот. Снимать на зеркалку, конечно, сложнее, намного сложнее, потому что вот у меня первый опыт, вы сейчас видите мой первый опыт, да, вот, тут масса грехов, масса, и причем, ну, я, вы сами знаете, я не люблю долго сидеть и компоновать чего-то как-то, я буквально делаю на коленке по-быстрому, да, вот, у меня нет никаких программ особых. Вот. Но для этого, чтобы вот скомпоновать вот это, мне пришлось найти старую кассету, когда я покупал этот камкодер Sony, там к нему придавалась кассета с этой с программой, с программой обработки видео, она называется Deluxe, Video Deluxe, вот так называется, Video Deluxe 2013 года. Ну вот, я нашел этот диск, там у меня завалялся, нашел его, закачал в компьютер, ну, вот эту программу, ну и вот мучился, и вот если вы видите, я все-таки замучил, получил эту самую картинку, потому что что-то у меня там долго все перекачивалось, как-то по первому разу я эту самую инструкцию не читал, там все по-английски, и как бы это, ну, сложновато поначалу было, но если вы видите, там что-то получилось. Вот. Мне это понравилось, потому что я вижу, что реально краски интереснее, картинка интереснее, там масса-масса всяких прибамбасов можно придумать, вот именно с этой камерой, с зеркалкой, да, там размытие заднего плана, там то-то-то, там, ну, всяких фигней можно вернуть. Ну, вот. И завтра, я думаю, если завтра я встану в 11 часов, то к часу, может, если будет солнечная погода, поеду опять в город, и уже вот этот ролик я в центре снимал, да, а завтра, если поеду, сниму где-нибудь в Стокгольме, но не в центре, где-нибудь в таких районах, где я как бы не особо бывал, мне интересно. Вот, да, снимал я с рук, причем объектив это самое... фокусное расстояние 50, объектив, ну, портретный объектив, у него нет системы, это самое, антитряски, да, вот, и поэтому на руках приходилось так довольно-таки стараться жестко держать, чтобы не тряслось, ну, вроде особо не тряслось, я, по крайней мере, ничего в редакторе не исправлял, вот. Есть у меня еще, это самый объектив 18-105, вот, хороший объектив. И там есть эта самая встроенная система от вибрации, да. Вот. Но мне интересно вот этот с 50-кой, потому что у него больше этот самый
диафрагма у него больше раскрывается, 1,8 диафрагма, да. Вот, в отличие от того 18-105, там диафрагма минимальная, то есть максимальная 3,5, да. То есть 1,8, конечно, получше, поэтому я попробую завтра опять с 1,8, с этим фиксом на 50 съездить и поснимать еще что-то. Вот. Вот. Ну, хотелось бы что-то рассказать по каким-то новостям. Новостей особо никаких нет. Но единственное, сейчас буквально минут 15 назад, вот до этого ролика, я прочитал комментарий одного чувака, там под моим каким-то видео. Он, значит, дает ссылку на, типа, там, американская подводная лодка при всплытии застряла там где-то в Арктике или в Антарктике, непонятно где. Ну, во льдах, типа, она там всплыла, чих, и застряла, да. Вот, ну, я так посмотрел, смотрю, там явно пропагандистская какая-то там передачка была. Там сначала, ну, там компоновку сделали из разных-разных роликов, видимо, разных времен даже. Ну, вот, и преподнесли так, что вот американские хреновые подводные лодки, они как бы это, даже если пробивают лед, то они там застревают, и все, и капец. Вот. Ну и там куча, значит, комментариев ватников, прямо огромное количество ватников. Ой, там мы там пиндосов на нас, там подводные лодки, мы там, апа, морская пехота подплывает, там и чуть-чуть, там штыками, все такое. Вот, я думаю, ну что-то, мне так это зло взяло, думаю, ну-ка докопаюсь, посмотрю. Ну, короче, нашел оригинальный ролик. Вот тут они там компиляцию, они там кадрик показывают, так всплывает рубка американской лодки. Да. Я нашел оригинальный ролик, это сами американцы снимали. Вот они проводили учения. Вот, то есть лодка должна была всплыть, пробить вот, лед. И все это на этом ролике есть, я там дал ссылочку. Вот, все, они все это сделали. То есть рубка пробила, потом лодка поднялась, пробила лед, все она. Потом ее оставили, чтобы она заморозилась, чтобы сверху там где-то, ну, там показали сантиметров 40 льда. Сверху уже там это самое ее, она была в всплывшем состоянии, и там сверху намерзло сантиметров 40 льда. И они отрабатывали вот этот вариант, что при таком аварийном всплытии лодка там замерзла, типа, да, как ее освобождать. И они там вытаскивают эти бензопилы, там чуть-чуть выпиливают лед, открывают люки там, ну и все остальное, да. Ну, то есть чисто учения, короче, были. Вот. А вот в этом россиянском пропагандистском ролике преподнесли, что типа она вот не пробила, застряла, замерзла, они там офигевшие там это, бензопилами режут лед. Ну вот я им дал ссылку на оригинальный ролик, где видно, что это чисто вот российская пропаганда. И везде, везде. Вот вы слышали, сейчас опять новость прошла, что это там, помните, был испанский диспетчер, который там это сидел где-то там это самое. И сказал, что вот когда этот Боинг с гражданским сбили, эти буком россияне, да, вот он видел там два украинских истребителя, там ты, а он диспетчером типа сидел в аэропорту. Сейчас выяснилось, что это аферист, его арестовали в Румынии, по-моему, да, все же раскололи. Вот, и ему конкретно РТ, это Russia Today, вот эта вот телекомпания, которая вещает на Запад, заплатили хорошие деньги там в долларах, там 40 или сколько-то, не помню, тысяч долларов, да. Вот, и чувак конкретно это самое преподнес такую историю, хотя он никогда не работал диспетчером, авиадиспетчером, он был в Украине один раз, там туристом, видимо, или что-то, но аферист, короче, его там в Испании, значит, конкретно за различные аферы заловили. Вот. Ну, такую же аферу он провел, значит, за деньги вот, в России, значит, дал интервью каналу российскому РТ, Russia Today, вот этому гнусному, самому гнуснейшему каналу из всех, которые только есть. Вот. Ну и все, вот этот фейк был разоблачен. Хотя и Путин ссылался, вот в этом фильме Оливер Стоун про Путина делал, по-моему, в этом, я не видел этот фильм полностью, но вроде говорят, Путин и там заикнулся, что вот там такой диспетчер, там ля-ля-ля, там испанский. Вот. Ну, короче, фейк полнейший, да. Вот. Ну что еще? Так, ну я думаю, там еще здесь вот в заднем плане идут эти ролики, которые я снимал, да. Ну и как бы мне надо что-то говорить, чтобы так не скучно было смотреть, ну, картинки, которые я снимал. Тогда я вернусь немножко к прошедшим выборам этого президента, так сказать, россияне. Вот. Я говорю, меня страшно удивило и возмутило, что, ну, как по телевизору показывали, огромное количество русских, русскоязычных, которые, точнее не русскоязычных даже, а граждан России, которые живут за границей, да,
они ломанулись все на эти избирательные участки голосовать вроде бы как за Путина. Ну, так вот преподносили в новостях, я не знаю. Ну, наверное, так. Какого фига, значит, нужно было тащиться. Если Навальный сказал, идите вы нафиг и, ну, игнорируем эти выборы, не пойдем на них, да? Нет, ну, народ потащился, огромное количество. Я вот никак не могу понять, как это можно жить за границей, да? Вот. Быть российским гражданином, жить за границей и топить за Путина, да, хотя Путин конкретно угрожает и всему миру, короче, Европе, Америке, всему цивилизованному миру угрожает, да. Вот. Я сильно жалею, что я как бы это не врубился в этот день, что-то я забыл совсем, что выборы, и это воскресенье, кажется, было, да, и не поехал к российскому посольству снять, что в Стокгольме творится, потому что я даже по Стокгольму не видел роликов, и не знаю, сколько народу пришло, чего там, как. Я бы с удовольствием взял интервью, вот, но прошляпил конкретно, так обидно. Но теперь через 6 лет только если... Обидно. Ну вот, а смотрел чуваков из Америки, вот там этот самый Чиш-Нью-Йорк, молодец, он пришел, там это сам там на двух участках он был, брал интервью. Вот. И я смотрю, в основном это ватники были, они все голосовали за Путина, я офигеваю. Они жили там, живут в Америке там по 10, 15, 20 лет, да, и голосуют за Путина. Это, говорю, это какая каша в голове у людей. Это вообще просто вообще непонятно. Если не считать, что Путин красавец, в России все прекрасно, ля-ля-ля, ну. Езжайте в Россию, если вы, ладно, вы согласны, что нет, вы уже прижились в Америке, то все, но ведь вы должны свою задницу беречь и понимать, что если вы будете за Путина, то ваша задница может подгореть в любой момент. Как только Путин нажмет на кнопку, все, Америки не будет. Ну, естественно, и России не будет, вообще мира не будет. Взаимное уничтожение будет, гарантированное взаимное уничтожение. И эти люди голосуют за Путина. Я офигеваю, просто вообще уму непостижимо. Это насколько нужно быть тупорылыми дебилами. Ну, я объясняю тем, что они, естественно, смотрят российское телевидение. Где Швеция, практически все русские, которые его знают, да, все смотрят российское телевидение. У них параболические антенны, тарелки эти, и у них с утра до вечера чисто российское телевидение. Им пофигу. Их не интересует реальная информация из интернета, из разных других источников, чтобы хотя бы сравнить. Не. Они смотрят российское телевидение, новости с Киселевым там и так далее и тому подобное. Их все устраивает. Вот. Живут в Швеции, да, все получают, все блага здесь. Но это самое, болеют, так сказать, душой за путинскую Россию, да. Чтобы там все было хорошо и был Путин. Да. Так. Забыл налить запивку. Ну ладно. Так, ну ладно, перейдем к нашим еще делам. Тут у меня в апреле нужно проходить техосмотр на машине. Ну, мы проходим каждый год техосмотр. В этом году у меня есть некоторый риск, некоторое опасение, что я могу это самое и пройти. Мне уже говорили, что у меня левый подшипник передней ступицы, там где-то чего-то как-то уже просится поменяться. Вот, хотя езжу там иногда при повороте, слышу постукивание такое, ну как бы никаких вибраций, ничего, все нормально. Вот, ну, надеюсь, я в этом году мало наездил, я очень мало езжу, вообще-то говоря, может быть и пройдет. Вот, но у меня есть одна проблема, что мне сломали левое зеркало, боковое зеркало, да. Вот, я причем знаю, кто это мне сломал, я этого чувака как бы это однажды это напряг немножко с нашего дома, раб, да, раба, напряг молодого раба, вот, и он, видимо, мне, я так предполагаю, сильно предполагаю, у меня такого никогда не было, но вот у меня буквально через несколько дней после того, как напряг, было сломано это зеркало, да, вот. Я знаю, у него там старший брат, у него отец, у них там 3 машины, там большая арабская семья, там вообще целый аул, я знаю их 3 машины точно. Вот. Но я их не трогаю, естественно. Не-не-не, я их не трогаю, вообще как бы все нормально. Я знаю, кто это сделал.
Вот. И поэтому как бы из этого зеркала я там изоленты перемотал, потому что покупать бэушное зеркало, даже бэушное, да, оно стоит 500, ну, почти 600 крон. Почти 600 крон, это самый дешевый вариант, вот бэушное зеркало для моей машины купить. Вот. Ну, в принципе, деньги как бы и небольшие. Я за неделю пропиваю больше, да. Ну, вот у меня сегодня выпивка взята за 250 крон, да. А это две моих выпивки, это уже зеркало. Но все равно видно. Вот, поэтому посмотрим. У меня уже приходят эти письма разные тут. Тут туда предлагают, туда. Я тут за это время, пока здесь живу, я был на разных пяти этих станциях техосмотра, да. Тут их много-много разных. Они все частные. Вот цены немножко различаются, но в принципе поначалу вот лет 10 назад цена была 250 крон. 250 крон была за техосмотр. Сейчас минимум 400. Вот сейчас мне пришло последний вариант. 400 там что-то 65. Это мне скидку дает, а полная цена 495, ну 500 крон уже, то есть в два раза цены выросли. 500 крон, то есть 50 евро, это съездит на техосмотр, да. Вот, если я прохожу, это хорошо, если не прохожу, я заплачу еще, по-моему, 350, еще 35 евро, по второму разу здесь поеду. Вот, так что машину-то содержать, конечно, не так уж и дешево, по идее. В некоторых случаях, может, она и не нужна. Если уж приспичило куда-то выехать, там, или ну, взять машину, там, привезти что-то, какой-то груз габаритный или что-то, да. Да проще пойти самое, на заправку взять, на прокат машину, взять прицепом, если надо, и все. И это намного дешевле обойдется, чем постоянно иметь машину, оплачивать страховки там, всякие самые. Ремонт, если необходимо, бензин, естественно, туда все бензин у нас дорогой. В среднем 14, как бы это сказать, так, 1,4 евро или 14 евро на 10 литров, так, да, кажется, 140, да, 14 евро на 10 литров, да, вот так получается. 95-й бензин, имею в виду, ну, вот тут все заправляются 95-м, да. И 92-м, то такого даже бензина нет, как бы, это гробишь свою машину. Вот, ну, то есть, вот такие дела. Ну, как вы поняли, я продолжаю потреблять аквавит. Сегодня у меня тоже норвежский аквавит. Вот я подсел на этот напиток, считаю его одним из лучших в мире. Это лучше виски. Ну, проводку даже не упоминаю. Это лучше виски, даже лучше абсолюта. Лучше Финляндии водки, намного лучше. Лучше всяких там этих ромов, джинов и так далее. Вот, и сегодня как бы я решил сделать перерыв, не буду делать сегодня этого обзора по разным новым сортам аквавитов и бранвинов и шнапсов, да. А в следующие выходные, если доживем, я, видимо, сделаю, тоже возьму маленькие бутылочки, целый набор, такой красивый набор возьму, скорее всего, норвежских видов аквавитов и шнапсов, да. Вот у меня был обзор по шведским, сделаем по норвежским. Вот. Даже норвежские, мне кажется, еще будут более интересные. Вот. Ну и вы там видите, там что-то сзади крутится, да? Надеюсь, что я протяну время и примерно мой спич был на длительность вот этого ролика, который вы видите. Вот если он немного длиннее, я сейчас просто нафиг это самое исчезну, и вы можете его спокойно досмотреть. Может, даже там музыку ставлю какую-нибудь, посмотрим. Вот. Ну все, всем пока, до следующих встреч.